Всем привет! И вы на канале Натали Будни Мамы. Сегодня мы будем с вами делать маточку от мелких морщин. Потому что каждая женщина хочет в любом возрасте оставаться привлекательной, молодой. Поэтому каждый хочет немножко свой возраст уменьшить. В общем, это маска, чистый белок. Мы отделили белок и шелток. Шелток — это на другую маску нам понадобится. Но мы сегодня будем использовать только белок. Просто белок. Мы взбиваем пышную пену. Такую пеночку, чтобы белочек стал белый-белый. Вот когда мы его взбили хорошо, мы его наносим на лицо. Вот так мы его наносим. Глазки вокруг не надо мазать. Для маски вокруг глаз есть совсем другой рецепт. Но этот рецепт только для кожи. Не касаясь глаз. Мы ее намазываем и 20 минут ждем. Лицо стянется. Вы увидите, что ваши морщинки, они начали на глазах уходить. И вы станете моложе лет на 10. Это не преувеличение, это так и есть. Эта маска очень хороша для тех, кто куда-то очень спешит и времени очень мало, а хочется быть в форме. Ее можно нанести, полежать 20 минут, смыть водичкой, нанести свой любимый кремчик, и вы уже в форме. Мелкие морщинки разгладятся, лицо станет бархатистым. Я люблю такую маску. Я думаю, что любая женщина, она в любом возрасте начинает за собой ухаживать и начинает искать для себя какие-то лучшие маски, которые ее лицо омолаживают. Вот. В общем, мы нанесли так масочку. Даем своей коже отдохнуть 20 минут. Можно хорошую музыку послушать. В общем, нанесли везде. Я думаю, что я везде нанесла. Так, ее наносим хорошо, тщательно. Можно даже вот здесь нанести, потому что это тоже такая проблемная у нас кожа. Можно на шею нанести. Но я не буду наносить. Вы можете нанести и на шею, и на декольте. Как вы захотите. Она уже начинает даже стягиваться, я чувствую. В общем, 20 минут мы будем ждать. Сейчас я посмотрю зеркало, на кого похоже. Так. Так, даже удобнее наносить. А вот глазки, вокруг глазок мы не затрагиваем. Если вы хотите, чтобы вокруг глазок ваша кожа тоже очень быстро стала гладкой, исчезли самые мелкие морщинки, можно использовать алоэ, обычный цветок алоэ. Его можно не хранить в холодильнике 2 недели, а только срезали. И вот этот вот сок, который вот выделяется, вот так немножечко нанести. Но это только вот на веки, на глазки вот легко-легко нанесли. И тогда у вас и глазки станут такие привлекательные. В общем, вот так мы наносим. И уже видим результат. Лицо начинает стягиваться. Очень приятная такая масочка. Ну, в общем, нанесла и уже довольна. Уже сама себе нравлюсь. Вот так и вы. Если раз в неделю будете наносить такие масочки, вы сами себе будете нравиться. В любом возрасте надо за собой ухаживать. Я уже с 15 лет начала ухаживать за своей кожей. Я применяла и лосьончики, и ромашку замораживала. Потом льдом протиралась. Потом для молодой кожи это очень-очень полезно делать отварчик такой с петрушки, укропчик и тоже протирать лицо, если молодая совершенно кожа. Ну,
А для зрелой кожи очень много разных масок. Их надо обязательно применять, иначе ваша кожа станет очень быстро увядать, и вы станете замечать в зеркале уже более зрелую женщину. А если будете за собой ухаживать, смотреть, то увидите, что вы все равно немножечко отличаетесь от своих сверстников, и выглядите намного моложе. Поэтому я желаю вам постоянно, хотя бы раз в неделю, уделять себе время и делать себе такие масочки. Но вот из белочка не пожалеете. Попробуйте такую масочку. 20 минут делаем перерыв, потом умываемся и встретимся. Девчонки, я к вам вернулась, потому что... Сейчас, одну секунду. Значит, я к вам вернулась, потому что я упомянула про алоэ, и я еще не умывалась. Я упомянула про алоэ. 2 недели я его не выдерживаю, как пишется. Я применяю его сразу. Почему? Потому что от этого лучший эффект, хотя 2 недели в холодильнике, если кто выдерживает, попробуйте. Я сразу это применяю. В общем, берется вот кусочек маленький алоэ, и вот этот сок, который выделяется, он как раз вот для того, чтобы смазывать ваши глазки. Века, вокруг глазок. Очень-очень оно нежное. Сейчас посмотрим. Но мне так очень неудобно мазаться. Вот. Видите, как кожа стягивается? Такой вот становится приятное вообще. Такое ощущение, что мне уже не 43, а лет 20. Прям на глазах оно все меняется. Так, вау. Просто бомба. Попробуйте обязательно, не пожалеете. Вот эти вот гусиные лапки, оно все разглаживает. Вот попробуйте алоэ. Тоже, если кто не применял и боится вокруг глаз, не бойтесь. Тоже заметите результат сразу. О, тянула, натянула, ну и вообще. Просто красавица. Видите как? Так что не бойтесь. А у кого есть время, тут можете 2 раза делать маски. Это для тех, кто его не имеет, хотя бы раз в неделю. Боже, стягивать так аж. Даже говорить сложно и трудно. Вот это да, бомба. Ого. Капец. Я в восторге, если честно. Ну все, натянулись, расслабились и встретимся после того, когда я умылась. Ну вот и все, умылись. Ну и сразу кожа может быть не так однотонная, но потом она... Краснота уйдет, и будет кожа красивая, ровная, хорошая. В общем, одно приятное, что когда с тобой смотришь, то тогда все равно немножко молодеешь. Хотя бы для себя. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.